Последний матч регулярного чемпионата «Атланта» провел ярко и добился эффектной зрелищной победы. Плей-офф команда не попала, но ни у кого не повернется язык упрекнуть ребят, сказать, что они сдались и не боролись. Команда билась весь сезон, а трудности сплотили хоккеистов, сотрудников клуба и болельщиков. И 24 февраля после матча с рижанами верные фанаты благодарили команду за сезон. Приз зрительских симпатий достался голубоглазому американцу Мэтту Гилрою. Он получил национальную атлантовскую балалайку. Финскому вратарю Атте Энгрену вручили матрешку, которую украсили желто-синим шарфом подходящего размера. Главный приз – уникальный золотой перстень – достался самому ценному игроку сезона, по мнению болельщиков, Никите Сошникову. Ну а большой пирог был подарен всей команде, чтобы каждый мог ощутить на вкус любовь болельщиков. Его забрал Михаил Тюляпкин, не раз вступавшийся за честь «Атланта», доказав, что он настоящий капитан настоящей команды. Это был вечер единения. Болельщики тепло проводили хоккеистов, а те не спешили уходить в раздевалку, снова и снова бросая теплый взгляд на переполненные сектора. В знак признания вскидывали клюшки ко всем трибунам арены Мытища. Каждый жаждал утолить голод общения друг с другом, расставаясь надолго, но никто не хотел думать, что навсегда. И мы верим, что «Атлант» будет жить. «Атлант, живи!»